Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Структура была образована в России в 1936 году. В ангарском подразделении трудятся более 80 человек. Инспекторы несут службу в круглосуточном режиме. Наша работа предусматривает, прежде всего, это общение с людьми. Задача стоит, это, конечно же, обеспечить безопасность детей на дороге, безопасность тех, кто находится за рулем, тех, кто вообще связан с дорогой и с улицами нашего города. Хочется вспомнить всех наших ветеранов, от всей души поздравить всех ветеранов Ангарской госавтоинспекции с профессиональным праздником. За успехи в службе памятными грамотами сегодня наградили отличившихся сотрудников.